Они улыбчивые и задумчивые, рисковые и осторожные, юные и зрелые, сильные телом и духом. Так или иначе, для каждого из нас они самые лучшие. В столице Чувашии прошел конкурс «Самый лучший папа». За гордое и ответственное звание боролись 9 претендентов. Симпатии зала главы семейства заручились достаточно быстро. Скромные труженики и солидные начальники в обычной жизни сегодня они проявили себя с самой неожиданной стороны. Устоять перед обаянием мужчин не смог никто. Тем более, что зрителями были родные и близкие конкурсантов. Максимка, сынок мой родной, ты словно луна над рекой, ты как веселый ручей, бегущий дорожкой своей. Ты словно цветок расписной, раскрывшийся теплой весной. Признания в любви были адресованы и хранительницам очага. Я не могу достать для тебя звездочку с неба. Лучше я помою посуду, когда ты устала после длинного дня. Пусть мы не пойдем вечером в шикарный ресторан, зато я сам приготовлю на ужин вкуснейшую жареную картошку. Ну и что, что я не умею красиво говорить, сочинять стихи и петь серенады. Я лучше обниму тебя крепко-крепко, поцелую и прошепчу на ушко. Я люблю тебя. Для того, чтобы расположить к себе не только зал, но и строгих членов жюри, участникам конкурса пришлось попотеть. В прямом смысле этого слова. Мужчины прыгали через скакалку, растягивались и играли в футбол прямо на сцене Дома культуры. Перед жюри стояла очень непростая задача. Однако лучший папа все же был выбран единогласно. Самый лучший папа города Чебоксары – Михайлов Сергей Геннадьевич! В своем выступлении счастливый отец троих детей сделал акцент на патриотическом воспитании сыновей. Этим и завоевал сердца членов жюри, призналась председатель попечительского совета благотворительного фонда Республиканского совета женщин Лариса Игнатьева. Дарина Игнатьева, Республика. Самый лучший папа 2015 года!